Во Владивостоке состоялось торжественное закрытие выставки старинных русских самоваров «Всемирное культурное наследие в России». Сегодня прошли очень важный этап в нашей работе, вот именно в совместной работе, в направлении частного коллекционирования. То есть те частные коллекционеры, которые сегодня пока еще не показали все прелести, все экспонаты, все то, что они своим трудом накопили, вот. Сегодня это первый шаг, который сделал Александр Анатольевич. Я благодарю вас и вашу семью, что вы приоткрыли таинство таких очень интересных экспонатов, которые сегодня были оценены по достоинству. В рамках экспозиции было проведено 43 мероприятия. Был организован конкурс детских рисунков, проведен цикл образовательных лекций, театр моды, фотодни и многое другое. В числе почетных гостей экспозиции – российский космонавт Федор Юрчихин и правнук Циолковского Сергей Самбуров. Отмечу, что именно в условиях пандемии, да, но все равно были представители, и 16 стран посетили эту выставку. Мы для себя поставили определенную цель, и нашей целью было познакомить как можно большее количество людей с нашим культурным наследием. Мне кажется, мы задачу выполнили. Мы рассчитывали, что будет меньше людей, но оказалось больше. Мы не останавливались. Событие получилось действительно масштабным. В рамках экспозиции даже была проведена школа наставничества. Молодое поколение получило возможность ознакомиться с профессией экскурсовода. Мне предложили вот такую интересную работу, что можно вести экскурсии и узнать о самоварах что-то новое. Мне, конечно, согласилась, потому что это было интересно и для меня, я могла узнать что-то новое. Поделись своими впечатлениями. Что тебе здесь особенно запомнилось? То те люди, которые сюда приходили, потому что, когда приходят люди, ты все равно пытаешься как-то с ними общаться, чтобы узнать о них что-то. Я услышала достаточно много интересных историй из жизни других людей. Очень люблю нашу культуру, я люблю изучать историю, и мне это действительно было интересно. И я пришла, мне тут обо всем рассказали, и, естественно, я влилась в это все и как бы начала посвящать других людей в эту красоту. Организация подобного мероприятия – первый шаг к созданию во Владивостоке музея частных коллекций. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на Восьмом.